Доброго времени суток. Продолжаем снимать наши дневники. Я обещал рассказать что-то важное. Начинаю рассказывать важное. Продолжим наше повествование о культурах. Чтобы не сваливать все в одну кошелку, немножко разложили так их по разных материалах. Итак, вчера мы обсуждали вопрос роста во флаконах. Вчера мы обсуждали успешные показатели, успешные наши такие вот работы. Сейчас поговорим о неуспешных. Итак, вот внизу отдельным таким вот набором выставлены флакончики, которые, как мы видим, нужно себя похвалить. Было сделано очень много манипуляций, очень много посевов флаконов, как вы видите. И в то же время, и при том, что в этот день это не только вот этот контроль, в этот день мы делали посевы то же самое на пробирке, только об этом немножко позже. Вот, и видим множество флакончиков. Самое главное, что они чистые. Это уже отсутствие результата, это тоже результат. Главное, что наши манипуляции не привели к инфицированию таких вот флаконов. Итак, штамп P80 серии 4 роста не дал. Штамп P80 серии 4 роста не дал. Будет интересный уже еще один момент. Интересный он будет тем момент, что на примере с пробирками, в пробирках, вот штамп серии 4, забегая вперед, так скажу, когда я смотрел, то там видно, что он рост дал. То есть культура сама по себе живая. А вот вопрос, почему некоторые вот эти бутылочные, значит, такие вот варианты, почему они не дали роста, у меня есть одно подозрение, это я первый раз, можно сказать, работал с такой вот посудой. Может быть, я немного интенсивно прогревал само горлышко. Возможно, в самих флаконах создался очень высокий температурный режим, и клетки каким-то образом погибли. Потому что на самих культурах, я здесь, на самих агаровых средах, я вижу, что здесь есть налипание вот клеточного материала, только единственный момент, почему-то он не дает роста. Клетки сами есть, из глянцевого он покрыт такими вот пупырышками клеток, но роста они пока не дали. Хотя из предыдущего своего опыта я вам скажу, что не обязательно все так должно быть. У меня были культуры, которые такие агаровые среды, которые после засева не показывали роста, я их ставил на хранение, в дальнейшем они стерильные, чтобы сделать повторные посевы. Когда я возвращался к ним в холодильник через несколько месяцев, то оказывалось, что они все полностью позарастали. Ну, значит, и такое бывает. Теперь продолжаем. Значит, P80 серия 4, два флакона роста не дали. Здесь лимонная вешенка серии 1. И здесь мы сразу вот видно, то есть врага нужно знать в лицо. Это то, что вы видите, называется бактериоз. При посеве в этом флаконе имеется явление заражения бактериозом. Продолжаем. И здесь мы видим та же самая лимонная вешенка серии 1. И здесь видим то же самое. Культура поражена бактериозом. Заражение двух флаконов бактериозом, скорее всего, будет свидетельствовать о том, что это, скорее всего, не ошибка при посеве, это, скорее всего, что есть проблема с самой культурой. Так, и еще нужно проанализировать, что у нас происходит в пробирках. Если в пробирках будет та же самая картина, как и здесь, то однозначным будет вывод, что проблема с самой культурой. Видим, здесь роста тоже не наблюдается. Это штампы 80 серия 3. Дальше. Роста нет. Штампы 80 серия 1. Розовая вешенка серия 2. Розовая вешенка серия 2. Здесь роста не наблюдается. А что у нас? Серия 2 роста не показала. Здесь серия 1. Так, ладно, мы потом разберемся. Смотрим дальше. Итак, М5 серия 10. В этом флаконе роста нет. Но вот сейчас уже очень показательно можно привести другой пример. Это штамм М5 серия 10.
Здесь видим ровно по центру есть рост мицелия. То есть это означает, вот как раз очень показательно вот этот флакончик, это означает, что культура в флаконе, вот здесь, буду показывать, в этом флаконе культура живая. Возможно, я допустил ошибку при посеве клеточных культур, очень сильно перегревая само горлышко. В результате очень горячий воздух внутри. Недостаток этой посуды то, что она очень толстостенная, то есть происходит сильное нагревание, и возможно вот высокая температура воздуха внутри самого флакончика не позволила дать рост этим культурам, хотя в принципе этот вариант тоже сомнительный. Но будем исследовать. То есть это не так важно. Мы... Главное, что у нас клеточные культуры у нас есть. Притом в этих флаконах им нам хватит, можно сказать, на целых полгода. Ну и продолжим, что здесь. Серия 3 штамма, значит, штамм P80 серия 3 роста не дал. Штамм P80 серия 1 штамма, значит, штамма P80 серия 1 тоже роста во флаконе, в этом, ну, бутылке, роста не показал. Самое удивительное, что мы посмотрим, значит, на рост в пробирках, и в пробирках вот эти культуры рост дали. То есть, опять же таки, вернусь к этим флаконам, то есть в самих флаконах культура живая, но по каким-то причинам здесь она роста не показала. Значит, мы должны найти проблему, которая привела таким результатом. Значит, смотрите, подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайки, смотрите за новыми публикациями. Я обязательно расскажу что-то важное.